И еще одно важное сообщение из налоговой. Теперь любая информация для горожан из ноябрьской налоговой инспекции приходит в письмах со штемпелем Республики Башкортостан. Пугаться или удивляться этому не стоит, говорят специалисты. Это связано с новым порядком документооборота. В Башкирии создан филиал российской налоговой службы – организация «Налог-сервис», куда местные специалисты обязаны направлять информацию, а они пересылать ее физическим и юридическим лицам. И теперь особенно важным становится правильность заполнения документов. Если от руки, то без помарок, на хорошей бумаге, синей или черной пастой. Но лучше в электронном виде, заверенной электронно-цифровой подписью.